Ну что, по-твоему, я совсем сумасшедший, да? А как он реагировал? Растерялся? Не знаю, не обратил внимания. Что, не поинтересовался, за что бьют? Полагаю, догадался. Вы были наедине? Да, он был один в кабинете. Я ударил его и вышел. Ты понимаешь, рука как-то сама поднялась, непроизвольно. Бац и точка. Пощечина. Я тебя понимаю. Но ты не должен не был... Не, я знаю все, что ты скажешь. Ты скажешь, что я должен был сдержать себя, спокойно, обоснованно составить заявление в партийное бюро, потребовать создания комиссии для расследования неблаговидных поступков доктора Скуратова. Всему свой черед будет комиссия, будут последствия, в том числе и для меня. А вот пока что я выразил свое отношение к его личности в прямом и в переносном смысле. Вот так, дорогой Леонид Степанович... Никогда не знаешь, на что способен человек. Это я себе. Да, в общем, и о нем тоже. И главное, я его выдвигал, поддерживал его подлеца. Ты хочешь знать мое мнение? Да, хочу, говори. Я разделяю твое возмущение, если все действительно так, как ты мне сейчас это рассказал. Я могу тебя понять, но однако... Однако раздавать пощечины, это все-таки, ну, как тебе сказать, не лучший способ разговора. Спасибо, что разъяснил. Совершенно верно, не принято. Нам воспитание не позволяет, высшее образование, профессиональная партийная этика. А мне вот на 60-м году жизни и партийность позволила, и интеллигентность не помешала. Вот так-то, да-да, я готов за это ответить. Я не позволю, чтобы больной, лежавший у меня на операционном столе, рассказывал потом своим друзьям и близким, сколько этому стоило. Я, как ты понимаешь, имею в виду не физические и моральные страдания. Разве ты оперируешь больных не по своему усмотрению? Ну почему, почему? Знаешь же, сложные случаи я, как правило, беру себе. Но ведь бывает, что кто-нибудь из ординаторов меня просит лично прооперировать. Я соглашаюсь. Оперируя, а вот теперь... Не, ну вот теперь допустим, что к доктору Скуратову поступает больной, которому самим же Скуратовым подбрасывается мысль, что хорошо бы, дескать, ему попасть в руки самого Щеглова. Ну, ясно, что больной хватает за эту мысль. Тогда Скуратов обещает переговорить, со мной деликатно намекает, что было бы целесообразно в определенном смысле заинтересовать. Шефа больной на это соглашается. И Аркадий Сергеевич Скуратов начинает уговаривать меня, я ничего не подозревая, беру больного на операционный стол, а Скуратов себе гонорар. И вот об этом-то я и понятия не имею. Ну и устрица. Причем, пока больной лежит на больничной койке, он ни о чем не думает, кроме своего здоровья. Потом дело пошло на поправку, он счастлив, самые прекрасные чувства выздоровления. И вот, когда он попадает домой и все уже позади, то все мы в его представлении уже не бескорыстные тружники, нет. Нет. А эдакие эскулапы, берущие в лапы. Это уже мерзко и подло. Ну, я взорвался.